барабан – самое древнее музыкальное изобретение человечества, хотя есть и другие мнения. А уж в военном деле барабанам нет равных. И именно у нас в барабанных встречах вы можете попробовать себя, даже если никогда не учились в музыкальных школах, в музыкальных училищах. И вам просто нравятся барабаны. Именно в барабанных встречах можно прийти и попробовать по барабанам. Сегодня у нас будет акция «Свободный барабан». Будет барабан, по которому можно подойти и побарабанить. Особенно это касается наших маленьких зрителей. Итак, сегодня в нашем проекте участвуют 46-й линейный полк Великой армии. Клуб исторической реконструкции «Скоуборд». И студия фехтования «Силуэт». А также группа «Фольк-драмеры». И все это в рамках барабанной встречи. Здравствуйте, уважаемые гости фестиваля, мы музыкальная группа «Эвиденс». И сегодня мы для вас будем не только петь, но и покажем средневековую историю на тему «Чума». То, что действительно было. Не пугайтесь, не пугайтесь. Главное, не пугайтесь. Постарайтесь сделать все красиво, вы не пугались. Группа «Эвиденс», город Приозерск. Здравствуйте, вас приветствую клуб исторической реконструкции «Ланкастер» в Санкт-Петербург. Для нас более привычная реконструкция конца 15 века, Англия эпохи войны, алые белые розы. Но сегодня наш труд на фестивале 17 века. Представляем Речь Посполитую, начало 17 века. Спасибо. Мы уже постоянные участники. Клуб «Тартан» армия, реконструкция Шотландия на середину 18 века. Ничего не слышу. Шотландия. Альба Габра! Надо приветствовать военный исторический клуб «Северный Турень», потому что мы занимаемся реконструкцией 17 века Московского войска и казачества. Здесь мы будем вас радовать сражениями и многочисленными мастер-классами. За Русь! Итак, дамы и господа, из солнечной Европы вас приветствует студия Европейского историко-сценического фехтования «Силуэт». Вами предки лучше владели шпагой, нежели грамотой. Если вы посмотрите на лица наших фехтовальщиков, вы поймете, что это суждение весьма похоже на правду. А если вы попросите у них автограф, у вас вообще не останется никаких сомнений. Кто еще хочет высказаться? Или вы, господин Маут? Да? Здравствуйте, студия сценического фехтования «Дестра». Цветные полки 30-летней войны 17 века Швеции. Совместно с 5-м македонским легионом. Не работает микрофон. Древний Рим, первый век нашей эры. А то, что на этом острове был, были не первыми. Это Швеция, не македонцы. Римляне? Ну, правда, тут доказывать было нечего, и они просто прошли мимо. Глория Домине. Мы сегодня собрались много славных воинов, которые стремятся штурмовать крепости, убивать друг друга. А кто их будет убивать, придется мне. Итак, сегодня я буду лечить тех, кто сильно заболеет на поле боя, и отправлять на небеса, если упадет. А сегодня после реконструкции. После боя все желающие могут приобрести индульгенцию, пускающую грехи просто будущее. Это была реклама. Ну что же, друзья, конечно же, это практически все коллективы, которые присутствуют нас на нашем сегодняшнем военно-историческом фестивале, посвященном событиям крепости Орешек. Но
не все, кто представился. Не все, кто сегодня представился, вы с ними еще встретились. А теперь традиционно благодарность. Хотелось бы выразить благодарность для тех, для того человека, без которого этот военно-исторический фестиваль не состоялся. Большая благодарность человеку, который позволяет на, собственно, хозяев этой территории, на этой территории организовывать фестивали, посвященные памятным событиям. И таким образом рассказывать вам, уважаемые зрители, уважаемые участники, какие же на самом деле события были здесь в течение более чем 700 лет. Пожалуйста, хотелось бы очень попросить выйти на эту сцену директора крепости Орешек Орлова Сергея Васильевича для приветственного слова и традиционного... Очень громкого! А, пусть! Дорогие друзья! Проводя вот эти фестивали, мы прежде всего хотим показать ту 700-летнюю историю, те периоды, которые были крепкие. Что говорить? Большая часть наших посетителей ассоциирует крепость Орешек как политическую тюрьму. Но это не так. 500 лет крепость Орешек – это форпост России. Здесь жили более 1000 человек. Это и защитники, это и простые люди, это и то, что вы увидите, вот то ремесло, которое здесь существовало, здесь остров. И поэтому мы хотим, чтобы вот та история, история этого острова, героическая история, она была всеми воспринята в полном смысле, а не в тех ассоциациях. И поэтому не каждый даже говорит, зачем проводите фестиваль здесь, там сидели декабристы. Но 700 лет здесь сражались наши воины, которые не позволяли ни шведам, никому другим появляться на этом острове. И когда остров был захвачен в Северную войну, Петр лично принимал участие. Поэтому наша задача – показать вот нашу историю комплекса. Мы рады, что вы пришли. Мы старались сделать погоду. Вы знаете, что все холода стояли, но вот кто нам отпускает, он это сделал. Поэтому я рад вас всех видеть сегодня. Я рад, приглашаю вас, чтобы вы сказали своим знакомым, приходите завтра. Мы покажем то, как жила крепость вот те 7 веков. Спасибо, что пришли. Открываем наш фестиваль. Уши! Фестиваль объявляется открытым! Ну что же,